На Алтае пресекли канал незаконной миграции. В ходе деятельности преступная группа изготовила документы для 15 иностранцев, которых зарегистрировали на территории нашего края и других регионов страны. В ходе обыска сотрудники ФСБ изъяли у задержанных поддельные печати и штампы регистрации, бланки, паспорта, различную оргтехнику, а также материальные ценности, которые имеют отношение к криминальной деятельности. Группу обвиняют по 322 статье Уголовного кодекса «Организация незаконной миграции». Сейчас задержанные под подпиской о невыезде.